Голицынский парк героев Отечественной войны 1812 года является важным проектом для Одинцовского городского округа, который реализуется благодаря программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Культура Подмосковья». В настоящее время на территории парковой зоны устанавливают ограждения, проводят освещение и делают новые дорожки. Также в скором времени здесь появятся детские площадки, скамейки и будет организована парковка.